Привет всем, с вами Сергей. Сегодня я вам расскажу немножечко о Bigot Extreme и о том, как я пришел к выбору этого моноколеса. Как вы знаете, я участвую в соревнованиях в Чулково, и у меня все время немножечко меняется фокус того, на каком колесе я буду ездить. Ну, естественно, в каждом сезоне. Этот сезон я катался на подвеске, так как не было своего подвесочного, пришлось использовать S22 и в конце сезона уже T4. В целом, последний вариант T4 меня устраивал. Хорошее высокое колесо, проходимое, маневренное, 16 диаметр, достаточно хорошая тяга и отсюда все вытекающие хорошие ходовые характеристики. Но так как Bigot презентовал Bigot Extreme на повышенном вольтаже, соответственно, скорость будет выше, еще больше ход подвески, что тоже хорошо для бездорожья. Решено было заказать новинку и посмотреть, как же она все-таки будет отвечать моим требованиям, ну, езды по бездорожью. Что понравилось? Новинка приехала, правда, долгое ожидание было. Но нравится, что они продумали некоторые моменты в плане внешнего вида, прочности колеса. Как мы знаем, у него фрезерованная голова, фрезерованные ручки, у него также увеличен ход подвески до 13 сантиметров, у него неплохие облегченные педальки стоят в базе с шипами, потому что предыдущие были просто литые. Это мне нравится. Также в комплекте у него идут достаточно интересные по внешнему виду подушки штатного обвеса, но, к сожалению, моим требованиям по эргономике и по комфорту они совсем не отвечают. Я покатался в шоуруме на них, активно поразгонялся, потормозил, отдавил себе переднюю часть голени и уже на следующий день не мог вообще нормально вставать на это колесо, чтобы как-то более динамично ездить. Поэтому мы решили, естественно, поставить панели от Т4, на котором я катался. То есть это как просто временная мера для того, чтобы добавить комфорта и контроля колесу. Далее, что по самим ходовым характеристикам. У колеса очень интересный потенциал в плане установки резины, за счет того, что обод широкий, мотор заявлен от EX30. Соответственно, Bigot Extreme получил тот же самый C40 мотор, закрытый подшипник от влаги и грязи, что немаловажно для езды по бездорожью, где бывают сложные условия, грязь, песок, вода и прочее. Также широкий обод позволит нам ставить резину других мотоциклетных производителей. Она будет вставать более правильно и, соответственно, это даст нам лучшие ходовые характеристики на бездорожке. Это к плюсам. Понравилось, что в стоке уже есть пружинный амортизатор, что должно увеличить срок ресурса службы подвески за счет того, что он просто менее прихотливый к обслуживанию. Но с первого взгляда и с первых попыток покататься мне сами ощущения езды, то есть комфорта, когда ты просто катаешься по ровной поверхности, они немножко смазаны, потому что воздушка все-таки это более комфортная история. Но когда ты начинаешь уже кататься в более боевых условиях, по бездорожке, по каким-то тропинкам неровным, по ступенькам, по всяким бордюрам спрыгивать вниз, подвеска начинает отрабатывать намного лучше. И сама эта пружина на 900 лбс, в принципе, под мой вес более чем достаточно. Также в комплекте есть пружина на 300 лбс, что будет большим плюсом для тяжелых райдеров, которые хотят получить более жесткие настройки работы подвески. Например, если у человека вес больше 70-80-90 кг. Особенно тех, у кого за 100 кг, им по-любому менять на 1300. За счет этого они получат более жесткую подвеску и смогут использовать колесо как раз тоже в экстремальных условиях езды. Что не понравилось по эргономике? Не понравилась вот эта ручка. У нее очень сильный наклон в эту сторону к коленям райдера. Если мы смотрим вынос упоров, да, как он, нога должна идти, то есть мы как раз в аккурат коленом упираемся вот в эти вот металлические болты и вот эту часть фрезерованной ручки. Это касается, естественно, обеих сторон. Также, что не нравится, это открытый задний фонарь. У него фактически нет никакой защиты, он не, ну, то есть, как бы, логично было бы продлить вот эту вот плашечку, да, металлическую, чтобы она с этой стороны прикрывала фонарь. Это хоть как-то бы его спасло при падении на бездорожке. Но, к сожалению, здесь производитель этого не продумал. Мне понравилась подставка, которая расположена прямо на задних клинках. Ее нужно сразу убирать для того, чтобы при падении, опять же, нагрузка не пришлась на элементы подвески и ее не повело. Я считаю, что этот элемент здесь лишний. Из того, что еще не понравилось по эргономике, вот эти вот углы на штатной подушке. Штатная подушка не отличается мягкостью, она достаточно дубовая. И когда ты едешь, нога очень часто вот этой области соприкасается. Это доставляет дискомфорт, особенно если вы, например, выехали, ну, там, не
полностью экипированный, а частично экипированный, например, только на коленник мягкий, на чашечку колена. Дискомфорт будет вот в этой части. То есть вот тут что-то бы либо мягкую накладку сделать, либо тесать этот угол. Мне он не понравился. Достаточно удобно ездить сидя. Ну, плашечка здесь неплохая за счет того, что корпус колеса достаточно высокий. Садиться и вставать удобно. Экран хороший, читаемый, большой, яркий достаточно, информативный. В целом все так же самое, как и на мастерах EX30 и T4. Ну, T4 прям совсем маленький, а здесь прям хорошо читается. В целом, по тому, что еще предстоит сделать, возможно еще попробовать поставить воздушку. Чисто попробовать, посмотреть, как она будет себя вести в тех же условиях езды по бездорожке. Возможно, будет чуть-чуть проще прыгать, потому что эта пружина, она имеет достаточно вязкий отскок. И если мы говорим о раскачивании подвески для того, чтобы совершить прыжок, здесь это делается немножечко сложнее, чем, например, в том же паттоне. Потому что на паттоне пружины более такие быстрые, и они выстреливают прям. Я только просадил подвеску, она резко тебя вверх отстреливает, и прыжок получается практически моментально. Но когда по бездорожке едешь, мне показалось, что на паттоне немножечко тебя подкидывает, и ты чаще теряешь зацеп. Что еще? Естественно, брызговика у нас в комплектации как такового нету. Стоит маленький огрызочек, сзади будет лететь все очень-очень хорошо. Поэтому пока что я сам еще не знаю, что мы туда поставим, чтобы защитить спину во время езды. Скорее всего, будем какие-то удлинители колхозить и еще что-то в этом роде. И еще один плюс, который я не упомянул, это ручка, находящаяся по центру, в отличие от батона, потому что все-таки, когда ручка находится сзади, колесо приходится контролировать чуточку больше. По центру она не требует усилий от райдера для того, чтобы контролировать колесо, когда ты его транспортируешь рядом с собой. Она фиксируется в двух положениях. И, естественно, есть внутри пружина, которая первичное вот это вот выстреливание делает. Это приятно. У нас ручка закрыта, нажали, подсунули, подняли. Все достаточно удобно. У батона приходится нажимать и поднимать ее самостоятельно. В целом, это плюс. По надежности, как бы, сами судите. Понятное дело, что моноколеса не славятся своими прочными ручками, поэтому будьте аккуратны, не оставляйте колесо с разорванной ручкой. Иначе при падении ручка может погнуться, и вы ее забудете, как страшный сон. Кнопочки у нас очень интересные, расположены снизу. GTWay, кстати, опять свой алгоритм управления подсветки реализовал. То есть, если мы переключаем, у нас здесь начинается радуга. Как по кругу раньше было у старых RS-ок и MSP-шек. Вот. Ну, естественно, можем включить красный режим. Кнопочки прорезиненные, маленькие, напоминают сосочки. Порт зарядки снизу один, и зарядка в стоке на 5 ампер. Что в целом, учитывая вольтаж, можем примерно считать, что это 8 ампер обычная зарядка. Что уже неплохо, будет заряжать полностью, ну, примерно за 3 часа колесо с нуля. Что в целом хорошо, можно даже, наверное, и не докупать быструю зарядку. У кого есть мастер с быстрой зарядкой, не проблема, десяточку можете закинуть. Я думаю, порт осилит, он здесь один, так что проблем не должно возникнуть. Понятно, что как на всех новых ревизиях и на EX30, и на мастерах у нас батарейные боксы металлические, не рифленые, что хорошо, потому что площадь для поклейки у нас ровная, если мы захотим поклеить панели, и это создает меньше неудобств с первичной установкой обвеса.
Мне колесо по своим алгоритмам нравится. Это привычные алгоритмы бегода, хороший подрыв с места, куча настроек по жесткости педали. Есть рейс-мод, есть оффроуд-мод, есть компенсация наклона угла в поворотах, чтобы сильно педали не ныряли тех, кому это критично. Есть хороший ход подвески, который действительно сейвит на каких-то дропах, вылетах. Это прям очень хорошо чувствуется, ощущается. По свету, ну, свет обычный, как у EX30. Ничего особенного, ну, светит и ладно, как габарит пойдет. Так что сказать, что это колесо, например, лучше, чем Паттон, ну, например, только по алгоритмам, да, лично для меня. Сказать, что сильно отличается по эргономике, по удобству, я бы не сказал бы. В плане подвески это все очень спорно, и я считаю, что это вкусовщина. То бишь, кому-то нравятся настройки подвески Паттона, кому-то нравятся более такие топорные алгоритмы подвески Бегода. Но опять же, тут есть вариативность, мы можем здесь менять амортизатор, менять пружины, настраивать под себя и доводить это колесо до того идеала, который мы, грубо говоря, хотим получить. В случае с Паттоном у нас есть только выбор аморта, 62-я, 66-я пружина, и на этом как бы все. Ну, понятно, там есть у нас преднатяги и прочее, так что в целом я считаю подвеску Паттона более комфортной. Эта подвеска более топорная, но при этом, я думаю, будет более живучая на долгий срок эксплуатации. Также я упоминал, что есть режим Off-Road и режим Race Mode. Что дает нам это в перспективе? На режиме Off-Road мы получаем более жесткие педали и более отзывчивые при трогании с места. Это подойдет тяжелым райдерам, кто хочет хорошенечко навалиться, скажем так, получить чуть больше торка именно на маленьких скоростях. Если мы берем Race Mode, педали с места становятся чуть более ватными, но при этом алгоритмы ускорения колеса и то, как оно тебя выстреливает, да, то есть когда ты разогнался хотя бы до 10 км в час, они меняются, и колесо становится более динамичным в среднем диапазоне. Это как раз тот диапазон, когда мы, по сути, гоняем и как бы гоняем колесо не прям с места, а там от 10 там, до 40 км в час. По всем остальным настройкам, опять же, кому-то подойдет больше жесткий режим. Мне, например, больше подходит режим средний, так как алгоритмы Gateway позволяют чуть-чуть проминать горизонт педали на разгоне. Это тебя еще больше подстегивает к ускорению. И в целом ускорение кажется легче, колесо кажется более податливым. И меньше усилий тратится лично своих для того, чтобы колесо разогнать. Это интересно, это какая-то вариативность в плане настроек прошивки. И это позволит каждому настроить колесо под те режимы езды, которые ему хочется. Я думаю, что пока что я покатаюсь, если брать Чулкову, я покатаюсь на оффроуд режиме, на среднем режиме педали. Как-то он мне показался более подходящим лично для меня, потому что в Чулкову есть много подъемов, и если педали прям будут постоянно бетонно тебя держать вверх, ну, он любит иногда подкидывать так вот педальки, то это будет больше требовать от меня усилий на разгоне, то есть придется больше постоянно вваливаться вперед, чтобы колесо тебя затаскивало. Кстати, по заезду в горке я не ощутил какого-то там дискомфорта, там нехватка тяги, нормально затягивает, тянет он очень прилично. На уровне с теми же RS-ками, C38, HT, может быть даже с тем же батоном, но я просто на батоне не часто катаюсь, поэтому как бы мне кажется, что плюс-минус то же самое. Хотя на разгоне, если брать динамику в шоуруме, мне кажется, это колесо чуть легче, просто из-за алгоритма. Вот так вот. Да, и важно уточнить, что сейчас мы записываем мое мнение еще до того, как мы сняли техноблок и разбор колеса. Возможно, в процессе, когда колесо будет разобрано, мы выявим еще какие-нибудь интересные нюансы, возможно, недостатки, возможно, какие-то плюсы. По мотору и так понятно, по подвеске там могут быть нюансы, поэтому об этом расскажет кто-нибудь другой. Вот, собственно, и все, что я хотел рассказать по этому колесу. Я своей покупкой доволен, доволен и внешним видом, и том, как едет колесо, так что брать или не брать, это, естественно, решать вам. А я буду кататься в сезоне 2024 на этом колесе Чулкова. До встречи!